Всем привет, дорогие друзья, на связи Кася да Юрочка, ребята. Сегодня в гостях у меня, да нет, GTA 5 онлайн и шоу «Спуск без тормозов» с огромной дуги. Классики! Слушай, ребятки, знаю, что вам нравится данная рубрика, поэтому поддержите сразу сходу ее лайком, ну и, конечно же, подписочку оформлять не забывайте, если вы здесь впервые. Вкратце, правила. Мы с дуги разгоняем максимальную скорость, ребята, и внизу есть две стрелки, на которых мы отпускаем полностью педаль газа, чтобы машина ехала по накату. А вот здесь, получается, ребята, находится то самое место. Машина тормозит двигателем, но есть интересные тачки, которые по накату едут очень хорошо, поэтому они могут преодолеть вот эту прямую в 395, ребята, вот таких панелей. В конце есть ворота на 400 баллов, но, если честно, давненько мы там уже не бывали, поэтому надеюсь, что сегодня что-нибудь хорошее мы с вами получим. Поэтому, ребята, будем, конечно же, сражаться за баллы, но и сходу по одной тачке на жеребьевку. Давай, и у меня давай. Это Део какая-то вот такая, понимаю. Так, у тебя плюс-минус Порше. Да. Окей, поехали. У меня пиксельные какие-то коврики в машине. Странные максимально. Е-мое, полетел так-то. Бывает. Так. Так, давай. Максимально странный звук, как будто это Део Электро, блин. Так, Порш поехал. Не особо быстро, конечно. У меня 390, типа так. Ну... Я чуть хуже на карапальку. И да, ребята, вот на стрелках сейчас отпускаем газ и по накату полетели. Все. А в чем прикол, ребята? Есть машины, которые очень быстро тормозят. То есть это говорит о том, что у них хорошие тормоза, сцепление с поверхностью. И как бы для них это радостно. Слушай, а да вот прям. Чуть лучше Порша, серьезно. 35-1, да, скорее всего, будет. Да. Вот если бы ты не доехал, было бы круто. Но я чуть дальше, ребята, но этого недостаточно. 35 баллов, и получается боевая ничья. Вопросики, но боевая ничья означает то, что мы будем спавнить по 3 тачки, потому что победителя не было. А ровер, кстати, дождь, возможно, хороший, и хороший, возможно, Порше. Че у тебя? Порше раз, еще один Порше. Феррари. Феррари по SSD, это как кончено? Есть такое. Слушай, у меня прям вопросы, но я вайпер брать не буду, возьму Порше все-таки. И ты тоже, да? Возьму, да. Слишком много Порше на серию, поэтому окей, посмотрим, что они из себя покажут. Ну а так, ребята, в целом продолжаем. Так, сразу извиняюсь на то, что если голос, может быть, теряется, сами знаете мою историю, поэтому все нормально. Так. С камерой, алло. Слушай, ну у меня Порше неплохой. Что по скорости? Пятихатка почти. Нормально, прикольно, у меня только 380 было. Ну, в 465 улетела скорость и очень быстро теряется, да, к сожалению. Есть такие тачки, к сожалению, ничего не поделаешь. Я тебя даже не вижу, ты там с слегонца у меня я на сценарии поделяешься. Проехал стрелки, да. Ну, типа у меня запас скорости есть, я типа еду, но... Я думал, будет намного лучше. Ребята, вайпер, возможно, бы вообще уехал далеко, но там какой-то не такой был, поэтому я не стал рисковать. 30, короче. 30. Слабовато. Я по накатику взял уже 90, 95 и думаю, сатен. Ага. Ага, да, хорошо, сатен есть. Ну и даже 105, возможно, так. Да, ну, слушай, 105, хорошо. Я по накатику еду. На маленьких оборотах. Так, 30 км в час еще, 110, к сожалению, не возьму, наверное. Чуть-чуть не хватило, буквально 3 квадратика, да? Да, такое себе. Ну, отличные баллы, ребята, мой Порш справился. Пойдет. Приколы. Две тачки для Вани, 3 для меня, я был дальше. Давай, поехали. Так, вот эту я фигню считать не буду, он вроде цеплялся своим этим крюком. Так, вопросы. Так. Что? Так, не то. Чё? И Бьюик. Короче, даже не блин, знаю. Блин, Бьюик не тот. У тебя хорошая акула. Так, ну, но... Это не то. Это не то, да. Но все равно хорошая акула. Как будто маловато вообще. Как-то прям вообще на удивление. Я надеюсь на силу Камара. И, возможно, опять-таки сделал неправильный выбор. Потому что была у меня потенциально, возможно, хорошая тачка. Но это только потенциально. А корвет не разогнался, нет. Не тот самый. Тут я тоже, как говорится, прав увлинил. 410 и все, уже пошла вниз скорость. Ну, 360 был потолок, уже вниз идет. Да, Камара вообще не тот, ребята. А был бы тот, поехал бы хорошечно. 300 вообще, понимаю. Так, ну... У тебя, наверное, 45 будет, 40, может быть. Я думаю, 40, скорее всего. Хотя, может, 45, да, будет, повезет.
40 ну, 30-очка и все, и моя остановочка. Ребята, да, давай, скорость просто кончилась. Не, 40, все. Да, не взял. Окей, ну окей, погнали дальше. Что ж, ребята, я был хуже на этот заезд, поэтому две тачки только у меня есть, но первая... вопросы какие. Так. Что ж такое, что за дроп? Слушай, меня достал уже вот этот трансформер непонятный. Так, Део, у тебя еще одна. Что-то сегодня... Третья. О, Ниссанчик. Прям странные тачки. Что за дроп? Да, что да. Это? Я джип не беру, ребята. Один раз его брал, мне вообще не понравился. Альфач под вопросом. А, есть хорошие, есть плохие. Део, понимаю. Поехали. Понимаешь, у меня ничего типа нету вообще. Просто. Да, да, да. Это нормальное явление, ребята. Рандом, как говорится, штука непонятная. Так, ну слушай, в целом не Альфач моя. Поехал. А что по скоростям? Ну... Так. Опять мимо сколько? Кассы. 360, сколько? К сожалению. Ага. Чуть выше, но нет. Все, в минус пошел. И Део такая сейчас. 3000 да, световых я лет. Не... Я ее пускаю, она, короче, без газа едет. Ну, ё-моё, давай. Понимаю. А 299 на стрелках. С альфа-чем тоже не повезло, ребята. У-у-у, ё-моё, у меня скорость просто в минус. Сколько у тебя было на финише? Сколько? На финише 30 баллов, моя остановочка. Все, я приехал. Да, да, да. Типичный представитель средняка, хотя были машины и похуже. Так, как у тебя дела? Ты вообще медленно, я смотрю, где ты вообще? Не могу сказать, что у меня сильно лучше, конечно. Ну, есть такое ощущение, что бодренько. Так, стрелки, все, полетел. 10, виу, виу, виу. 15, 20, 25. 35, 30, да, наверное, будет, да. Нифига себе. Да, ты нифига себе, чумаги Део. Вот слушай, тебя, ну да, ну 40. Да. А 40? Почти. А 40? Почти. Чуть-чуть не хватило. Ну, прикольный Део, чего скажешь? Я такого не ожидал. И опять от меня из-под носа убежала победа. Так, ладно. Так продолжаем. Было, да. Первая. Так, какая-то. А, не, это хреновый СС. Что по тачкам, а, я не понимаю. По тачкам. Что не по лучше. Тачкам сегодня. Не вообще. Лучше, да. Рандом, ребята, максимально нас троллит сегодня. И типа, ну камон вообще. Так, ладно. Короче, я беру Калина. Это даже не Калина, но как бы вариантов немного, поэтому. Ну, у меня не лучше на самом деле, потому что этот ржавый СС, он такой себе. Так, ладно. Ладно, 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 ладно. Был бы, кстати, полностью, который ржавый. Вот он хороший, а этот. Емать, дрифтер. От бога. Дрифтишь, да. Так, окей. Ты пошел, кстати, быстрее меня. Слушай, а не, поехал. Он, конечно, быстро остановится, наверное, но кочегарит. 470. Нормально. Да, вполне, но скорость падает, и все, полетели. 430, там 40 было на выезде. Ну ладно, чуть проедет. У тебя как дела? У меня там 360, что-то такое было прям вообще. И, короче, Део был лучше. Понимаю. Да, 30. Ребят, из крайности в крайности. 30. 30, все. Понимаю. Так, а я на соточку поход собрался. Сон, ты неплохо поехал. А я что-то его, да, как-то недооценил, что ли. Нормально, да. Слушай, а будет даже лучше. 105, я думаю, даже 110 будет. Нифига себе он едет. Нормально вообще пока. Слушай, нет. Вообще нормально, 115. Он чисто по накатику едет на последних оборотах. 120, да, еду. 125 точно будет. Да, приколы, реально. Но, знаете, ребята, это приятно, когда ты ошибаешься и оказывается по-другому, особенно в таких моментах. В сторону, да. Да, 130, ты прикинь, едет по накату. Серьезно, прям так поехал дальше, ничего себе. Ну все, у него... Все, двигатель садится все, и чуть-чуть не дает до 135. Да, чуть-чуть буквально. Все, да? Да. Ну, неплохо, все равно, да. Да, отлично даже. Это лучшая тачка сегодня, кстати, ребята. 130 баллов. Ну, окей, продолжаем, ребята. Еще парочку таких машин, и, в принципе, можно спать спокойно. Феррари, Суперфаст, не та. Е-мое, ну это я не считаю, наверное, что-то. Да, на итоге мы не считаем, ребята. Крупный габарит, он просто далеко не уедет. Так, у тебя рыцарь. Да что такое сегодня? Я вообще не вдупляю. Да, 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 блин, а у меня прям вопросы. Вопросы. Я рискну, ладно, ребята, я не возьму Мерс, я возьму вот эту фиговину. В надежде на то, что это поедет по накатам. Поехали. Потому что, ребята, ведра на дуге всегда удивляли. Так. Ну, вау, летит, конечно, вау. Неплохо. Так, ну давай. Качегарь. Что? Что у тебя?
240 она едет быстрее. В смысле? Чёрт, это как? Сейчас попробую еще раз. Тачка 240 уперлась и все, дальше не ехал. Понимаю. Баг какой-то. Но у меня 408 получается на стрелках. Я еду вперед непосредственно. Так. Ну, поехали. 50. Не, прикинь, все, упирается. 230, 240, 100. Что? А что за тачка? Ягуар какой-то старый. А, вот этот, который, да, низкий, который на узко низко проезжает. Ну, слушай, вообще максимально странно. Хотя там клапаны не работают, наверное. Да я вообще, кажется, ничего больше не работает. Так, слушай, ну, я не прогадал, скорость была хорошая, но максимум соточка, наверное, и это хорошо, на самом деле, почему бы и нет? Вот ты ну, в итоге... короче, я поехал по накату. Ну, я 10? Иду по накату, да. Ну, 15, скорее всего, возьму. Так, у меня 105. Да, 15. Пока офигеть. Ползу. Офигеть, вообще, нормально. Нормально, конечно. Ничего не скажешь. Блин, я чуть-чуть... Да ладно. Что там давай, у тебя? Давай, давай, давай. Вот. Прикинь! А, колеса, ребята, пересекли линию. 110, заслуженные. Да? Нифига себе. Офигеть, на последних парах проехал 105 вот эту всю прямую. Интересно. Ну, ребят, дроп реально максимально странный. Еще подобрать такой надо в рандоме, чтобы выдавало. У тебя Акура не едет, и та не едет тоже. Посмотри, что он не выпадает вообще. Да, да, да. Это что-то прям печалище. Так, это стандартная. Емать, что это такое? Что это такое? Странный какой-то Rolls. А, это кривой Rolls-Royce, да, убираю его. Робот, прикольно. Так, что это такое? Это фардец какой-то. У меня, короче, Гетер вроде быстрый. Да, да-да-да. И резка неплохая, но Гетер, ребята, здесь всему, как говорится, голова. Вот это я... Ух ты, ема, я Rolls удалил. Да, он не удаляется. Он говорит... Хочет? Типа, да, от меня так не легко буду. Не избавитесь. Так, окей. У меня очень хороший геттер, очень быстро, главное, чтобы поехал. Давай попробуем, у тебя, ну, плюс-минус. У меня финик, ничего хорошего нет, вообще. Так. Ему заревел просто движок, ребята. Давай, финик. О, ну на кауке 400 есть. Ну да, ну да, ну да, он и по накату вроде едет, на самом деле, я тебе что говорю. Так, 500. И в минус. Финик еще, возможно, по накату дальше геттера будет. 484. На стрелках? Ну нет, теряется сильно скорость. Ну, я та же самая херня, как говорится. А, так, 50 проезжаю. Ты, да, ты сильнее тормозишь. Ну, слушай, хоть под конец тачки что-то какие-то плюс-минус. Сегодня. Но да, не самый топовый, серьезно. Так, 70. У тебя уже остановочка там намечается, да, смотрим? Да, все, просто приехал. Просто приехал. Сколько баллов? 55. Ну, у меня 70, в принципе, понятно все, ребята. Ну, в целом, ребята, ситуация-то хорошая для меня, потому что я в любом случае дальше. Баллы себе. Получаю баллы себе. У меня Драгстер 600, который не портал. Что терять вообще? Ну, так-то да. Как говорится, чисто можно угарнуть. Я, походу, удалил ненужное. Загрузи сразу дугу. Да, ребята, это трехколесное маленькое чудо. Я, кстати, топ-гири видел, на такой фигне катались они. Да, прикольно, фиговина. Так, но у меня... Гран-туризма вроде. Очень хорошо. Воу. Ну, у меня... Не, не доеду на ней. Забей, она даже не поедет. Она трехколесная, я разматываю. 682. Ну да. Да, одну рандомную на спавне места не, потому что она даже не едет. Она... Да. Ну давай, ну давай. Так, я еду, ребята. Ну, кстати, скорость теряется. Что у тебя, расскажи. Сейчас пока, пока GTA-шная. Монстр-траки. Какая-то Kia, что за Kia вообще? Не знаю, сейчас посмотрим, когда остановимся. Слушай, я так хорошо ехал, типа скорость почти 700 км, а потерял реально? Очень быстро все, да, очень быстро потерял. Где остановился? 150, скорее всего, будет. Прям быстро, ну, очень быстро становился. Хорошо, очень даже. Но сегодня это лучшая тачка, тем не менее, ребята. Вот такой вот, да, Камара Драгстер. Так, давайте прыгнем к Ване. И прыгнем... О, я в воде, не у тебя. А, Kia... Что за Kia такая? GT какая-то, да. Типа, она какая-то новенькая, но я такой не ставил. Ну, может, из какого-то древнего Карпака вылезал, да. Все такое бывает. Может быть, да. Слушай, ну...
тормозит она, конечно, жесть, но в целом, да, что-то интересное, она еще какая-то сизая, такая непонятная, что ли. И 30 баллов. 30 баллов. Короче, у меня сегодня очень габыло, рандом тупо сказал, иди спи. Понимаю. Что встал. Да уж, ребята, впереди у нас финальный заключительный раунд, который, может быть, что-то исправит. Кёнигсек Риги, Агера, РС. Ё-моё. Это пушка. И Дракстер, братан. Ну, у меня так вот. Ба-б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 а. Что брать танк? Выбирай, короче, потому что... Да, Геру. Бери танк. Ну, это прикольно придумал. Почему нет? Это как твой колобок, короче, вот этот, полочь. Наверное. Ну, поехали, ну, да. Можно. Ну, а Гера, я надеюсь, будет лучшая тачка сегодня. Все-таки машина быстрая, почти 400 лошадей под капотом. Сейчас посмотрим, сейчас проверим. Ну все, ребят, понеслась. Вот такая серия, максимально странный дроп. То есть вы сами видели, Ваня вообще так не завозила ничего. Мне хотя бы плюс-минус средники падали. Мне ни хрена сегодня. Вообще, слово вообще ноль, зеро. Есть такое. Даже Аполло едет 370. Вы что, прикалываетесь, что ли? 672 разогнал на Агере. Полетел просто. Короче, я сегодня какой-то бойкот просто. Мне сегодня Гташка сказала мне, все, тебе тачек не будет. С тебя хватит, да. Действительно, типа, иди отдохни. Да. Ну, слушай, я пролетаю сотку, запас скорости хороший. Это лучшая тачка все-таки сегодня будет. Наверное, я надеюсь, если 150 проеду. Ну, тормози 30. Тоже очень хорошо. Понимаю. Да. Слушай, прикинь, 150 не проеду, походу. Или проеду. Серьезно? Вообще тормозит быстро. Да, не проеду. 150 сегодня максималка, походу. Прикол, ребята. А тачка-то максимально очень-очень-очень хорошая. 150 баллов да тоже. Уж. Но в целом я не жалуюсь, ребята, по баллам. Скорее всего, я победил сегодня, потому что мои машины уезжали чуть дальше. Да-да-да, там прям было очень-очень дико по разбросам. Что ж, ребят, надеюсь, вы уже поражали. Лайк! Оу, я прям тебя ударил, ты сквозь меня пролетел. Это было страшно. Всем пока, народ. Пока-пока.